Есть смысл покупать Леона? Ну, я на нем играл, мне нормально было. Ну, на нем как бы тоже плюс-минус рашить. Комфортно. Там ты нажимаешь кнопку и побежал, типа. Я просто сейчас могу купить кого-то за 20. Раньше, по-моему, все по 25 стоили. Ну, нет, сейчас за 25 последние 4 стоят. Ну, я с Леона бахал, мне нравилось. О, клуб. Сегодня... Вчера он вообще был хоть раз? Хотя вчера что только не было. Был. Что только не было вчера. Может быть, соберемся и начнем. Они в атаке, давайте Тащера выиграем. Давайте. 10, а не очередной байт. В смысле байт? Ну, мы будем в кассах, когда они будут разъебывать с этим. Игорь, это карт точно была. Мы ж на ней плент искали. Это вчера было? Да. Понял. Леви, я сегодня настолько если боец, что золото 1, а золото 3 почти упал. Это я не знаю. Это днем было, скажем так. Это я еще не отдавал слот. Настолько было рано, понимаешь? Я крокодил, какашу. Что, мы что-то забаним? Может быть. Миру. Эх, слава богу, Джакала забанил, ненавижу. Леви, ну тут MTV как бы стрелок до 2-8. Если ему говорят... Ладно. Я крокодил. Я виджил, точнее. Виджилю. И буду виджилить. Кибоб, ты тут? Угу. А Диман тут? Чё? А если кинул, то ты ему кибоб говорил, то... Да. Где в твоем нике? Хотя кей есть, БА. Типа, боб можно было подумать спутать, конечно. Сразу броню, я сибал. Заделывать Кабороне, отверстие. Не дайте врагу пройти. Я пошел наверх заделывать щели. Меня не факт не кидо. Кино. Дачка. Бляха, муха, ёб твою мать. Док есть, вылечит. Похуй, док вылечит. А полечите, пожалуйста. Ладно. Я хотел пойти сдохнуть. Всем. Но я сначала полечу и пойду сдохну. Ну, класс, заявка на... Я теперь не успею пойти сдохнуть. Кабач, ты спас меня. Враг обнаружил заряд. Но мне похуй, я все равно приздохну. Блять. Ладно, пошутил. Удар. Те. Ой, иначе. Там со стороны стрипухи чел. Он на крышу залез. В смысле, на трос. Так, а все укреплено, да? Враг начал сканирование. Таймер запущен. Там топот есть. Угу. Я чекаю вот тут, вот тут вот дверь. Я, наверное, съебал. Пойду кабача похилю. Нет, тут чел, по-моему, топал. Кабач, стой. Кабач, стой! Что? Что, похилишь? Да. Ништяк, братан. Все нормально, от души. Один там. Где? Подвал гаража. Поставил уже метку на лестнице. Понял. А, блядь. Шип.
залипает меня. Без обид, я тут сломаю дырку. Бля, пройдет. Тихо. Я могу увеличить. Перезаряжу. Мне надо как-то быстро пробежать. А попробуем. Ага, нормально. Вот там на лестнице типа есть что. Как-то здесь тихо. Кубач, если надо увеличить дырку, обращайся. Ух ты, ладно. Нормально, туннель держу. Да какой? Где челы? Инфу. Нет инфу. Сейчас я поставлю еще. Там плюс-минус, понял. Только выше. Спустился он. Ну не самый низ, на середине лестницы. Судят не по словам, а по делам. Взвышен. Там еще второй дни. Бро, у меня это... Очень лоу IQ. Диффуз у меня, парни. IQ на один нюк. Она лестница была. Да, один хит ей. Ладно, я... Не вылазь, там, короче, с пикселя она смотрит. Прям в пиксель. Все. Враг уничтожен. Поздравляю команду. Как ты его видел? Как ты вообще увидел этот пиксель? А, она спустилась. Там реально маленький пиксель был. Не-не, там она выше была, и там реально... Типа там с бортиком? Да. Хотя что-то лисьон у меня вообще разъёбывает. Так, это... Джаггер. Я крокодил какашу. И буду крокодить. И буду крокодить. Не, ну чел вообще не ожидал меня за эту там кабачку. Да, я понял. Мне там две колючки просто лежали. Охраняйте заряды. Ну не так глубоко, как я был. Ну, а так глубоко. Так, блядь, сейчас... Вот сейчас кидаю, если кто-то взорвётся, меня насрать. Армурчик забираем. Заканчиваю укреплять стену. У них твич был в прошлый? Нет. Значит, в этой не будет. Логично? Нет. Поставил колючку. Интересно, это все укрепляешь? Или азу развалим? Враг знает, где находится заряд. Будьте начеку. Машинка. Вот тут вот отверстие надо. Да, отверстие я делайте. Делаю. Понял, делайте. А, у меня нет гранат. Где? 5 секунд. Над лестницей. Чё там с руком? А что произошло? А почему... Мой мальчик? Это... Ну, кино, ты видел, что там было, да? Что? Палочка торчала? Нет, тут сломало только одну стенку с нашей стороны, а с той стороны не сломало. Да, я видел. Уже тут! Застрим снайпить, но не вышел. Тут это где? Я испугался. Да, я тоже испугался. Выздоравливайте. Тебя ебанул. Пока мы обсуждали тут необъяснимо, но факт. Дырочки? А, через гараж зарашили, кстати, через низ. Или ты свой? Твич поломал. У них твич. Да. Значит, буду пилить. Тогда ты должен чекать твича опять. Дырочку чекаю. Сломал. Хорош. Но у них второй, скорее всего, будет. Чекаю второго. Блин, я не успею. Пилят, да? Я лучший. А ты не хочешь? Ага, понял. Происходит, человек. Кто мне по ногам стреляет? У меня челы тут, двое минимум. Ну, подошни ты, топ. А распилили. На пути со спинаком молоко разбили только что. Да. А я сначала ебал разбил. Хорошо.
Блять, дверь разбили мне. Да, Тимоп, я окно чекаю. Короче, что-то за гаража никого. Короче, там стену распилили, я тут против. Че? Стену распилили. А, ты не сюда идешь, понял? Да это я ее сам ломалась. Не-не. На первом этаже, короче. Под лестницей. В окне все еще чел, блядь. Животное то еще. Минус Валька. Бота закинули. На лестнице чел. Понял, охуенный раунд, блядь. Ну я, блядь, заспейсил. У меня тут два чела провели где-то минуту. Блядь, эти киллы MTV, когда челы на пулю выходят. Главное, это киллы, как бы. Главное, чтобы костюмчик сидел. Да. Диман, ты снайпил с гаража хоть раз? Я да. Снайпил в прошлое. Я еще как бы кедовский капкейн разъебал. Но он со справа гаража снайпил. В смысле? Какой капкейн? А чей капкейн был? А, то не капкейн, то этого был. Джаггеровский. А, ну Джаггеровский. Джаггеровский, наверное, да. Джаггеровская хрень. Ну это вообще страшно было. Что она там? Я только броню одел. Ну да, да, мы такие, начал. Мы разбирались там вообще в интересном факте. Ой, блин, что это за план? Да, игра. У нас разве много. Стороны сломалась только одна так, сторона. Вот тут надо это все сломать, да? Вот тут. Ша, бот убил, шок. Нам насрать. Еще себе? Да, давай. Всем насрать. А тут же заделывают, правда? Сейчас осталось 10 секунд. Ну, тут по желанию. Осталось 5 секунд. Не успел. А, тут сверху нет отверстий теперь? Если. Где еще надо? Вы заделали внешнюю стену? Да. Отлично, блядь. Окно вот тут простреливают. Ладно, всем ГЛ. Как говорится. Одна машинка в баре у них где-то находится. Бля, что это за проход появился, его раньше не было. Что-то армур не забрал. Можно я вот так сделаю? Вообще это такое, конечно. Ну, вообще-то так себе идея. Тихо. Ладно, я на кильках посижу. В комнате сломали. Движ. Сломали вход, Игорь. Тихо. Да, я хуёво наверх. Нахуй иди. Outplay, блядь. Чё сломали, кабач? Ну вот тут твич к тебе заезжать будет. Косой в комнату. Строй. Откуда? Ну, в предыдущей комнате, не знаю, крыпся. А шо нахер? Там еще, по-моему, топа Димс. Меняю магазин! Оглушил его прям справа в углу. Жив лишь один противник. Это, кстати, этот был. Детонатор. Ласт, по-моему, у меня на крыше. Это твич, по идее, ласт. Сейчас я выйду, посмотрю игр. Быстренько так. Оп, да спрыгнула. Кушать тебя, кушать. Оглушивай. Задание выполнено. Противник устранен. Сейчас я въебы ждал. Жестко? Да. Это гатрек. Ты, блин, сломал. Найс. Мы 3-0 задохнем, да? Амары синие. Чё, это ты? Это из плохих новостей, мы 3-0 задохнулись. Предвижу сообщение в чате. В них будет содержаться кеква.
кек or пог. И там будет from. Никто ж не понимает. Ту. Ну их четверо, но мы ж не можем четверым ебать, ребят. Блять, чел, ты просто все собрал, нахуй. 3-0 прокомментировал, то четверым не можем ебать прокомментировал. Добавил просто масло в огонь. Ну и эта игра как бы до повышения, там чего-нибудь должно быть. Не то, что масло в огонь, он просто нам лидер въебал. В подвале или где? Или касса? Не в подвале. Матч в кассе. А у нас никто не раз... У них захват машины, осторожно. А у нас никто не захватывает, да? Да, не разъебывает. Борду просто надо банить. У вас всего 10 секунд. Третий этаж чекали? Не особо. Тихо, чел, ты никого не видел. Один в этом. Гараж, 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 спавнит. Бежит. Вес килит, короче, гараж. Но у двери там сидит, не закрылся. А, он сверху будет. Понял. Сидел у дверей. А, захватывают машинки. Была инфа. Старела. Да? Действительно. Ну, чел вернулся. Так, а гараж? Интересно увидеть. Ну, гараж там есть кто-то. Не знаю, как сейчас, но был точно. Бля, муха, у меня машинка вниз упала. Да, эти машинки. Я чекну гараж, если вам интересно. Да. Там виджен. Гаража? Где вообще, в принципе, фонд? У тебя где-то, Игорь? Девочки. Чё у меня, блядь? Вот, вот тут плент, Игорь Кабач. С этой про то, где это. Вот. Да? Кабач, можешь тачку кинуть и прочекать, где чел? У меня нет тачки. А прокрыть меня. Понял. Блять, я уже наверх. С гаража убил меня. Короче, чел с гаража чекает крышу, аккуратней. По крыше бегайте. Вот туда, куда ты идешь, кинок. Вот он там чекает справа снизу. Вы обнаружили заряд. Там лежит, сучка. Ой, вон там лежит. Вот внизу, да, вот там. Да, вот там. Она с двумя хитами, Кабач, не суйся. Она типа опасная? Был, брат. Ребят, 25 секунд, если интересно. Вдруг. На лестнице чё был? Реактиватор. Кабач, все нормально? А, это шок-контент. Гараж, сзади. Это где там? Ты сейви. Сзади. Блэнд, ФФ, жми! Ставь! Я жал. Я вообще не понял, как она типа разомнатила. Я думал, и этот лансер. Ты ногами просто затоптал бандита, который лежал. Да. Ну я думал, ты Тизенфа ее не нашел и забил. Ты искал? Да, вначале. Ну сказали за плентом, я посмотрел за плентом. Так, ладно. И тут я уже как бы стремаюсь с того, чего ты задал. Еще написать их четверо.
Ну, мы же не роботы. Да? Сколько? Подвал? Mm-hmm. Чекал тут? Чекал сейчас. Вероятно, подвал. Нет, есть. Нет, вроде не подвал. А что это тогда? Нет, не подвал. Чё? А, это второй этаж. Спальня. Спальня детская? У вас всего 10 секунд. Там мьют, кстати. Начнем через 5 секунд. У них, по-моему, ебай. Заряд следует найти. Лестница без времени. ИК работает, вы отдыхаете. Брась ебаная. Снайпер ДД-8, блядь. Ну ты не убил его. Ну и он меня не убил. Блядь, понял. Вот тут как бы разбито немного. Там C4, по-моему. Или что это за звук? Я могу... А, разбито и потом... Не, а я не знаю, что это за... Это C4. Это мьютлка, точно. Обнаружен заряд. Да, действительно. Точно. А я попробую сломать. Ну-ка. Ютолка вот прям... Вот. Флагбок взяли! Глухой долбоёб, блядь. Нет, я не сломаю, к сожалению. А, тут задел, наебать. Говно. А, это мьютон. Заряд найден. Че тут камера? Грязь, был никто? Не знаю, я ничего. Не знает. А! У них где-то здесь камера Вальки, походу. Где? Разведбот готов. У них много на улице, я стою. Тихо, я сейчас бандита вам убью, вы сможете распилить. Бандита убил. Нам интересует мир. Одного тут подобил. Где? Где? В туалете, походу, да. Эхо. Ёкай где-то надо мной. Или над кроватью. Сейчас дам ему огня. Ладно, я ставлю. Чё за инфа по туалет, блядь? В туалете. Да, на туалете. Добей его. Ты ведь факнул его? Пожалуйста. Спасибо. Слава богу, блядь. Всё нормально, ребят. Ооо, бля. В смысле, что было за недоверие к инфе? Кэш, ВК, рекорд, всё. Кинули рекорд. Блядь, победили, взяли ещё. С той самой. Пизда-резка, блядь. Я 4 фрага зачем ты сделал? Парни, мы отдаляемся от бронзовой. Хорошо идёт. Хорошо пошло. Я помню, сегодня золотом начинал вот это. Ну. Ты пиздец, как вообще так можно? Потому что ты пошло. Не фартануло. Бля, не успел купить. Да блин, вот типа... Это... Такой сидишь, смотришь, как другие разъебывают, сидишь, смотришь, смотришь. У тебя такое просыпается, да сейчас я пойду тоже разъебу, в итоге дохнешь. Ну в дефе, кстати. Может тысяча? Да, давай тысяча. Короче, сегодня тоже ебал. Ну, про эту катку въебали, но... Ну, там, по-моему, 14 было. 15 было. Нас.
брат, выбирай себе новый персонаж. Тут уже все закончило. Брат играть. А раньше у него, представь, и щита было в 3 раза больше хп. Да это вообще имба была. Возможно, даже он когда-то непробиваемый был, я точно не помню. Я помню, ему что-то пофиксили, и щита стало 200 хп, потом пофиксили, у него стало 60 хп. А у него, так, типа... Тут очевидно, надо забанить. Режим. У него же вроде заряды добавились. Поначалу не было. Вообще, я не против их забанить, реально. Бля, он сам не против. Да я что-то на лосе не хочу. Бороду! Я просто ничего не понимаю в этой игре. Тебе сказали, чел, ищи это. О, 4 опять, ребят. Боже, я мопа передумал. Зачем мы их забанили? Ну. Я крокодил, крокажу. Так, нам нужен этот или нет? Срочно, Игорь. Игорь, срочно. Кто? Бандит. В подвале? Ты как думаешь? Я ебу откуда. Чё откуда? Ну откуда они могут пойти? Какие варианты? В подвал. Из-под земли подкоп сделают. Ну, ты от подкопа можешь спасти? Сидь по земле ток. Заранее сразу. Заранее спасибо, я пойду заделывать в админке хуйню. И в компьютерном классе хуй знает, как это называется дерьмо. Open area. Да мне похуй. Нет, не похуй, а open area. Вас обнаружили. А, тут один терлюк? Или, а, вот второй. Два. It's okay to be. Всем-всем, враг обнаружил взрывчатку. У вас здесь... Взрывчатку обнаружили. А машинка кто-то вообще убивал? Все убежали. У вас 5 секунд. Кино, сломай люк, пожалуйста. Чего сделать? Люк сломать, который над тобой находится. Блять, я... Спасибо. Я. Еще рано для армора. Машинка ехала по этому. По гаражу. С компьютером класса никого, ребят, кажется. В парковке тоже никого. Они вообще играют или что? Они в мейнходе стоят. Серьезно? Там жакал есть, да, серьезно. Жакал? Угу. Зашел ЖК у мейнхода. ЖК вот трахнул? Да. Я тут где-то шипы ужалился. А, не, это с гаража шел, походу, шипы ужалил. Здесь тихо. Я смотрю гараж. Еще. Где? Гараж? Гараж. Фьюз. Щитом или без? Без. Близко, далеко было? Близко. Ну, вроде после смерти, ну, после тела побежал назад. Игорь, смотри на спину. Удар! Фью, все. Где вас? Блять. Ну, с этого с очка типа ползет. Ну, с этого? Лестница. Я не могу сейчас с тобой слиться. Да-да-да, там. Она, блядь, там за углом. Очко пробито, да, нет? Да. Не знаю. Блядь, меня нарушили. Надо в фонд вернуться, да? На фуловое есть. Что? Боже, она вот тут за углом стояла, вот там, где швабра красная. А чё было? Я так испугался. Почему она перестала стрелять? Ей похуй на игру стало. Маус пишет. Мышка выключилась. Блядь, сейчас то самое? Да.
Бля, я опять не успел, ну что ж такое? Ты тоже не старался. Да, сейчас не старался. Я только после того, как МТИ сказал, понял. Чел, я сейчас в середине прошлого раунда понял об этом. О том, что надо сделать в следующем раунде. Сука. Так что... То, что то самое следующее? Я иду на 7 шагов быстрее тебя. Да-да. Что, опять надо максимально быстро? А у нас нету этого? Понял. Конечно. Тут вообще да, надо касла брать на этой мапе. Ну ты бери. Вот полезный опер, бери. Ну, нет. Мой тоже супер полезный. Я могу кастом. Противник обнаружил заряд. Все к обороне. Ну бандить у нас то. Не я. Там чел не понимает, зачем их забанить. Бывает. Изображение есть. Армор разбираем, гайс. Я разобрал. Мне было похуй. Блять, нас спалили, как я. Пизду армор. Игорь. А? Где нас чекает камера? Мне похуй. Я уже проебался, блять, по полной. Из-за кабача. Чё? Я при чём? Понимаю. Если меня трахнет калий, я ваш рот ебал. Ты аккумулятор сломал? Отпусти нахуй, Диман, блядь. Нет, нет. Был кто? Идет. Понимаю. Далеко ты собралась, подруга? Ох, блядь, их там двое. Где? Пизде, блядь. В окне? В окне, блядь. Уже один. Нихуя ты закинул ему. Вот, ты там дальняя улица слышал топает? Нет, не слышал. Ну, за камерой на дороге там. Ко мне не пройдут вообще на план, блядь? У нас живые люди. Ну, приди в коридор, один мог проникнуть. Где так, ты? Я на улице убил чела одного, Игорь. Может, ты про это говорил? Подготовлю яд. Мейнвход. Мейнвход идет. Прочекал. Заходит, зашла. Она вас. У тебя диван. Вышла. Вышла, зашла. Покиньте эту точку, иначе враг обнаружит вас. Ух, противник обнаружил вас. Сука. Пол хп у нее. Забейте, я по камере буду. Сидите, блядь, пожалуйста. А кабач, считайте, не остался. Без негатива. Она зашла. Засядьте просто на пленте, кабач. Да в смысле? У меня камера стоит, все будет нормально. Я все загажу. Скажешь. Ага, наступила на шипы. В мейнсходе. Еще туда накину. Она чилит просто. Опять на улице. Почему она, если дожикал? Да мне похуй. Но выглядит как она. Фигуристая такая. Да у нее 30 секунд. Все, больше не отмечайте. Да все, она сейвит. Она сейвит. Она другую карту, что ли, прошел сейвить или что? Мне надо пометить его. Я вызываю его на бой. Еще 15 секунд. Да все. Есть всего 10 секунд. Остается 5 секунд. Сейчас вредущий. Где он еще? Пусть за танком. Время истекло. А че он даже не попытался этот тип? Вон разъебал. Чел, блин. А они так и не поняли, кстати. А, бля, я больше там не буду. Да, они так и не поняли. Чё, на архив обычно берут в таких ситуациях. Нет. А дальше? Да. Чё дальше? Дальше в атаку идут. В атаку. Вот так вот? Вот так вот. Леви так обычно каждую игру. Окей. Каждую игру такая ситуация.
Будьте начеку. Ну все, МТВ ответственный за разъебку на планете. Well. То есть время будет развалить кого-нибудь. Ну. Вроде разводил. Броню возьмите, там еще два человека. Тут не заделано. Добили хуй. Я все заделал, дальше сами. Есть ловушка, к двери не подходите. У вас 10 секунд. Ну я метку одну поставил. Дальше сами. Осталось 5 секунд. Броню. Враг обнаружил заряд. Осторожно. Одни у компа пылись. Будет. Ох, блядь, залетела шальная. Кабач, сверху надо мной? Понял. Да, чё? Я тоже пойду. Бля, вот тут топает очень сильно. Где? Вот здесь. Кидай удар. Тут щит. Ебаный. Вот, вот. Си-Джей? Да, Си-Джей. Фьюз. За фьюзом убил. Убил его нахуй. Второго тоже. Нихрена себе раунд. Я даже никого не увидел. Что быстро закончился. Каждый по кильчику. Нет, не каждый. Нет, не каждый. Не понял сейчас. Ух, все, короче, я сейчас такую херню замучу. Что он не мог не сдохнуть за такое. Так, ребят, скольких из нас за стрим снайпер? Давайте сразу посчитаем. Все, я взял своего. Класс, ебать. Стоп, что за херня? Какой нахер блиц, я понимаю. Я пытался взять Эш, а мне предлагают блиц, я думаю, какого хера у него вместо оружия щит? Чё, блядь? Пытаюсь поменять. Не, потом в итоге взял капитана. Ну, мы типа одновременно нажали, видимо, и мне предлагали блиц. Можно отыскать заряд. Чего ты пытался спиздить? Я хотел просто зарашить в очко и все. Джаггер в подвал. Гараж пушит. Гараж пушит? Да. Разведбот нашел заряд. Вот факин стоит. Он в гараже лежит. Ну, окей. Это работа для глаза, я думаю. Очевидно. 10 секунд. Ставлю на то, что глаз сдохнет от него. У вас еще 5 секунд. Бежал. Я прогнал. Кто-нибудь играет? Место нахождения заряда известно. Обезвредить. Рулетку, так сказать. Вот что было? В гараж ли уходил? Все, окно разбито, МТ. Ну, легко ли с него взять? Лучше туда не иди вообще. Так я в него запрыгну сейчас. Так там сверху один можно на лестнике. Разбить. Один тут, один тут! Мне показалось. Мне показалось. Сканирую. Разбил вам очко, дальше играть сами. Там остался чел, который разбил нам окно. Ой, дверь. Где она была? Нет, его убили. Валька запушила сверху над гаражом. Это глаз дох? То, что глаз. Я выиграл. Считается от Вальки? Нет. А, у нас, кстати, деактиватор в очке, я его проебал, так что ГГ. В туннеле, типа. Там док сапунт, а спалит в код прям. В пиксель там за пунтом сидит. Нет, там заполнен ящик. Нет, понимаю, тебе примерно. А есть кто у ТВ? Ты должен прикрывать сверху дверь. Какую нахуй дверь? Вот эту? Какой нахуй ТВ? Ага, только меня разъебали, тут чел поверху ходит на валькирии.
Ку. Жив лишь один оперативник. Ку. Где ласт? Их двое еще. Трое. Ты ласт. Я ласт понял. Я привык. И сижу, и лежу, выглядываю дока, блять, последнего. Тут, потому что там вроде была стрельба. Ох, почему такая ржомба? Я не хочу быть глазом, который... Я вот только хотел сказать, ты сменил. Не, ну если б я на глазе был, я физически не мог бы сдохнуть в первом игре. В принципе, в следующем раунде это проверим. Нужно отыскать заряд. Блин, это был первый щит за игру, это в смысле. Они наверху. Там, где мы вторую дефали, они там. Этот Виджил, что-то у мейн входа трёс. И Валька там тоже. Валька где-то камеру в мейн входе накинул. Понимаю. И убежала. Виджил хз. МТВ, ты не хочешь появиться перед передним входом и почекать там на камеры? Со мной в идеале. Нажми 7 и появись на ювелирном фасаде. Ладно. Местонахождение заряда известно. И тут тебе надо будет найти камеру. Давай. Одну уже помог тебе найти. Следующую еще. На деревьях смотри. Хотя на деревьях она никто не разбивал. Джонни. Меняю магазин. А почему у меня деактиватор? Если у меня факт, то я факт у вас ответ. Да, ну камера на деревьях, это смешно на самом деле. Вы обнаружили заряд. Второй этаж. Интересно. Блядь, как у меня факают? Трое в планте сидит. Ой! Ты как обычно MTV, в своем стиле? Да, да. Сканирую. Игорь, по-другому люди от меня не умирают. Уже пора прибыть. Ничего, гений. Двое в пункте. Было еще джаггера еще. Тут разъебан, да, стекло? Привет. Есть камера, но это... А можешь... Блоку сломать? Да иди нахуй, тварь ебаная! Право, сука! Вот это, да. Все да, в кровище, да, нахуй, вся комната в крови там, осторожнее, скользитесь нахуй, он живет все равно. Ладно, все, это не то, что. Блять, копать. Здоровье умершим, блядь. Деактиватор. Да. Деактиватор. Ты боже. Верните деактиватор. Все кнопки запутались. Вы нашли деактиватор. Блять, без эту камеру не удобно смотреть. Мятку могу дать им тебе. Понял, тебе уже не обязательно. Ага, бугу все, пуловый, бальки есть. А можно еще метку? Ну, она ушла. Один на Б, типа, чекает. Чекает окно с Б, с прохода с этого. Укол подготовил. А где плент? А, у кабача я что-то не видел. За плентом кабач прям, за... В углу, в самом, в левом. Это не, лежит. Ты же не за мной смотришь. Не, я просто за камеру даю инфу, ты там в окно ползал, что-то. Метку могу дать. Прям сейчас? Дал. Убежал. А можешь? Подожди, на счет 3 надо. Тут Виджил еще. Он убежал. Если встанет, я дам, но он убежал. Камеру факли, камер больше. Ой, у меня так больше не будет. 20 секунд у вас, ребят. Вы либо идете туда, либо нахуй. Там Виджил нам, может быть. Ребят, выиграть не я. Остается 15 секунд. Все, лучший. 10 секунд. Один противник жив. Кабач, либо плачешь, либо нахуй идешь. 5 секунд. Лучше нахуй. Пиздец, блядь. Иди со мной нахуй. Кабачу, кину обидка по жопе. Сколько там? MTV 2 фрага. Тоже по жопе.
Как же он рад. Он просто понимал, что следующий раунд я на глазе был бы. Охуенно, блядь.